Вот смотри, как раз здесь видно, вот это я так вот, собственно говоря, шел. То есть штаны никогда, у меня были эти спортивные штаны, но я их никогда не одевал на пути Сантьяго. Ты сам на себя не похож уже как-то так. Вот шел в шортах, когда было утром прохладно и ночью, я одевал вот эту вот курточку такую с капюшоном и так застегивал, плюс спальник. Когда было жарко, я снимал курточку, у меня оставалось там футболка. А когда дождь? Одевал сверху еще плащи вот эти тонкие такие, на себя и на рюкзак. И рюкзака у меня было два. Один был маленький, другой большой. Потом вот у меня один из этих рюкзаков украли. То есть все-таки крадут в Европе? Чего? Крадут в Европе все-таки вещи. Нет, у меня это уже произошло в Америке. В Америке у меня он. Вот. Один был на груди, другой был, значит, это самое, там, за спиной. Вот это у меня этот, как помнишь, в первом дне у меня это было... Коврик мой, такой этот самый прорезиненный. В одном рюкзаке у меня был там спальник-палатка, в другом рюкзаке там какие-то вещи, компьютер. Ну вот, собственно. А мешки где знаменитые мусорные? Тоже здесь же. Зачем ты их носишь? Ты мусор просто выкидывал у них всегда? А нет, подожди, здесь еще не было. Мешки появились чуть позже. Они появились в Америке. А, тогда мы про них расскажем, сохраним интригу. Зачем Удало с собой носил все время мусорные мешки? Да, мы про эти мешки рассказываем. Вот здесь можно, видишь, вот я у источника воды. Хочу попить воды. А про мешки с мусором мы расскажем, да, когда мы будем рассказывать про...